также я привожу и трусики, и товары для мальчиков. Трусики и боксеры. Вот я уже их немножечко вот так разложила. Вот такая изобилие ярких красок. Да, все очень красивое. Все это тоже товар производства Турция, только идет подешевле, и потом большее содержание хлопка идет и выше цена. Здесь представлены трусики от годика на 2 годика, на 3 годика, а также различные шортики. Обычно маленькие клиенты мальчиков заказывают трусики с машинками. Стараюсь привозить с машинками. Вот такая популярная картиночка трусов для мальчиков. Резиночка здесь обшита материалом, так что никаких проблем на теле не будет. Забыла еще сказать, что цены возрастают с возрастанием размера трусов. Вот здесь мы наглядно видим, значит, со шортики в меньшеньком размере одна цена, в большеньком размере, правда, у меня уже их немножко подразобрали. Да, и вот такой еще, вот такая еще картиночка. Разные вот такой ассортимент трусов для мальчиков.